Ребята, всем привет! Ну, наконец-то появились новости, и я вам сейчас о них расскажу. Мы с вами оказались правы, в Америку с Даной полетели ее родители, Анатолий и Юнона. Сегодня Юнона появилась в сторис. Семья сняла номер в центре Лос-Анджелеса. Все, что происходит в Америке, снимает Анатолий. И мы с вами увидим все во влогах. Так, ребятушки, а из нашего окна только тень моя видна. Или только мое отражение. Короче, мы вот тут вот в центре... Лос-Анджелеса живем в отеле, где-то недалеко у нас тут есть Аллея Славы, хотим сегодня пойти посмотреть. Короче, ребят, нам тут нравится, представляете? Семья вчера была в Universal Studios в Холливуде. Ребята, я желаю побывать там каждому ребенку этой планеты, это нереально круто, написала Дана. Дана, как тебе Америка? Разочарование, потом очарование, тут здорово. Я не знаю, как в других местах Америки, но в Лос-Анджелесе очень круто. Какие планы на дальнейшее в Америке? Куда еще хочешь сходить? Мы побудем тут, потом Майами. Посмотрим, как там, потом домой. Дана, а маме нравится в Америке? Маме да, но вся семья знала, что маме понравится. Так что, кто знает, может семья после этой поездки решит вообще перебраться в Америку. Время покажет. И напоследок ловите фото Блонди с фанатками. Девчонки встретили Вику, так ее настоящее имя, и она не отказала им в селфи. А давайте проведем опрос. Что бы вы сделали, если встретили Диану или любого другого актера из сериала на улице? Ты бы подошел и попросил сфоткаться. Пройдешь мимо, как будто бы ты не знаешь, кто это. Пойдешь следом, чтобы посмотреть, куда актер идет. Догонишь и попробуешь пообщаться и подружиться. И последний вариант. Сфоткаешь незаметно, чтобы похвастаться подругам или друзьям. Жду ваши ответы в комментариях. На этом все. Всем пока. Let's roll love.